Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня я для вас буду производить посев семян перца с кипятком и без для сравнения. Итак, как обычно, беру два одинаковых контейнера, две одинаковые пачки семян. Рассыпаю по поверхности полусухой земли. Все, готово. Кто меня смотрит, мой канал, те знают, что я постоянно так сею любые свои посевы. Сначала на полусухую землю раскладываю семена, потом сверху засыпаю их, потом проливаю. Ну, как-то мне вот так удобней. Так, сейчас я их подсыплю сверху. Глубоко я не засыпаю. Я вот когда читаю, глубина заделки там 1-1,5-2 сантиметра на пачках написано. Ну, я считаю, это многовато. Я где-то миллиметров 7 сантиметр максимум, а иной раз вообще пол сантиметра, если семена мелкие. Так что я не люблю глубоко засыпать, чтобы они долго там не сидели, поскорее уже сходили. И у меня так хорошо получается. Так, еще маленечко. Ну вот, все. Первый проливаю кипятком. Чайник только что закипел. Много не надо наливать, чтобы не было там слишком много жидкости, чтобы не превратилось все в болото. Сразу закрываю. Ловчее это делать, когда в чайнике мало воды. Тогда легче сделать, чтобы не залить. А эту просто обычной водой комнатной температуры. Вот так вот, когда я проливаю с опрыскивателя, ну, пишут, что кажется, что много я лью. На самом деле это немного. Струя воды здесь такая очень маленькая, капельная. Так что это немного. Иногда даже через некоторое время открываю, смотрю и даже подливаю. Ну, все, готово. А насчет заматывания и ставления на батарею. На батарею не ставлю, полотенцем не укрываю. Просто вот в таком виде ставлю на свои полочки под хорошее освещение. И температура у меня там, ну, примерно плюс 25-26. Иногда 28 бывает, когда особенно тепло. Вот так просто ставлю и все. Так, перец на 8-й день после посева с кипятком и без. Вот этот с кипятком, а этот без кипятка. Ну, перец получше отреагировал на кипяток. Если томаты, я вам показывала, видео снимала, томаты одинаково, в принципе, взошли и там, то перец на кипяток отозвался получше. Вот здесь схожесть больше, почаще они и уже такие большенькие. А здесь некоторые еще только начинают проклевываться. Но я думаю, тоже проклюнутся. Вот так, на 8-й день сеянцы перца. Эти с кипятком, а эти без. Сегодня 26-й день после посева. Вот перцы. Это с кипятком, это без кипятка, развиваются, уже доросли до стадии пикировки. Все с ними в порядке, и те, и другие развиваются хорошо. Ну вот, дорогие мои зрители, такие новости на сегодняшний день с перцами.